места, там много забав, там горки, различные виды спорта зимние. Я люблю зиму за снег, за холод. За снегопады, за крутые спуски. Зима — это какое-то самое необычное время года. Все самое интересное зимой случается. Там Новый год, там, дни рождения, Рождество, сноубордический лагерь. Потому что в это прекрасное время года я могу приехать в обалденный сноубордический лагерь и катать с утра до вечера с моими любимыми ребятами, подругами, с инструкторами. Зимой можно поехать в Губаху. Тут много снега, много знакомых людей. Каждый Новый год я езжу в лагерь сноубордический. Без затягиваний. Мне там очень нравится. И вот поэтому я люблю зиму. This is gonna be the best day of my life. Люблю зиму за то, что можно валяться в снегу и делать ангелов. Новый год, день рождения мамы и сноуборд. Зима — это прекрасно. Да, снег, он чудесен. Можно кататься хоть сколько. Да. Думаю, это самое прекрасное, что есть вообще на этой планете. Помню свой первый спуск, но он был офигенный, потому что иначе бы меня не увлек сноубординг. Мне очень понравилось кататься на доске. Мой первый спуск был совершен с Олей благодаря Оле. Большая скорость. А я укатываю все. Что делать? Где я? А потом, когда, большей частью, да, что стало получаться, там уже стал на подъемник, поехал вверх. То есть как это та скорость, на которой идти было. Зашибись как страшно, это просто так скатываешься и все. Я испытываю ощущение, как будто я лечу. Время самого спуска — это какое-то такое забвение, ты не обращаешь внимания на рядом проезжающих и просто получаешь удовольствие, даже несмотря на то, что у тебя что-то не получается. Мне кажется, что меня сейчас разорвет, по мне протекают мурашки, что ли. Я чувствую радость и очень редко страх. Такое, состояние, не знаю, экстрима, такого экстаза, то есть тебе очень нравится, тебе хочется попробовать что-то новое, тебе хочется. Ты как будто бы летишь, и это очень клево. Эмоции появляются тогда, когда ты уже доехал до подъемника, понимаешь, что ты только что совершил что-то нереальное, где-то приехал, где раньше не получалось. Куча драйва, адреналин. Сноуборд — это все. Это драйв. Это просто большое удовольствие, на самом деле, и это классно. Это не описать словами, на самом деле. What if I lose it all? Oh, sister, I will help you out. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
поехали весело, я получил массу эмоций от друзей, от всего остального, от шалости, от катания. Мои каникулы в Губахе были настолько безупречными, потому что я наконец научилась подниматься на подъемники благодаря Сереже и познакомилась с новой подругой. Такие приятные воспоминания. То, что я провел их как бы с пользой для себя. Познал что-то новое. Атмосфера такая, не то, что приехал кататься, учиться, а то, что приехал именно пообщаться с ребятами, там, познакомиться, завести друзей. И одновременно это как-то еще совмещено с катанием. Мои каникулы в Губахе, они прошли как-то слишком быстро и подозрительно холодно. Они мне запомнятся. Ну, сегодняшним днем, когда я прыгнул с трамплина на очень высокой скорости и ни разу не упал. Нам понравилось. Так же, как и прошлые каникулы, было очень весело, было очень, не знаю, много катки и дикой по лесу. То есть как-то все в порядке. Много радости, позитива, хороших спусков, подъемов. Офигенные, крутые, и я вернусь весной.